Я всех, в первую очередь, поздравляю с этим величайшим праздником всех наших камрачан, всех наших жителей Гагаузии. Я желаю, чтобы именно Рождество Господа нашего Иисуса Христа, чтобы каждому из нас нашлось сердце самому рождению Господа нашего Иисуса Христа, чтобы мы этот праздник приняли и все-таки помнили, что Господь пришел на землю ради нас, ради наших же грехов, ради нашего же спасения, для того, чтобы примирить нас, для того, чтобы открыть нам Царство Небесное. Поэтому я всех вас поздравляю с этим величайшим праздником. Желаю, чтобы все мы, люди, в этом Рождестве Господа нашего Иисуса Христа были достойнее, были ближе Богу, и чтобы мы смогли с ангелом воспеть славу Вышнему Богу и на земле мир, человеческое благоволение. С праздником!